здесь. Там на берегу несколько мужичков подходили. Интересовались, как я перевожу лодку. Стандартный багажник, две эти палки. На них доска 50 на 100. Их скрепил в трех местах. Прикрутил. Здесь я их, ну, чтобы они не ездили. И с той стороны, с этой, два вот таких мебельных какие-то ролики. На Озоне я их взял. Цена там ерунда, там 100 рублей, наверное, за два. С этой также два ролика. Сначала я их сюда поставил, но здесь угол надо большой давать. Здесь удобней. Лодку я сбоку подкатил. Нос упер. Так вот, там сейчас она уперта у меня на табуретке. За задние ручки взял, поднял. По роликам она заехала на 90 градусов. Развернул. И стяжками ее притянул в двух местах. Ну, вот такие, ну, стяжки, как они называются, стропами притянул. Стоит мертво, нормально. Перевозить можно. Так, лодка. Лодка. Если что...